В октябре Губкинский союз предпринимателей отмечает 28 лет со дня своего образования. Сегодня в сфере бизнеса города около 2700 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 1330 самозанятых. Благодаря труду предпринимателей в городе развивается экономика и расширяется сфера услуг для населения. Губкинских бизнесменов поздравил глава города Андрей Гаранин. Спасибо вам за работу. Хочу сказать, что наш город, конечно, он отличается от других городов Ямала и вообще от других городов Российской Федерации. У нас доля количества предпринимателей на душу населения очень большая, и самая большая на Ямале. Конечно, это говорит о многом, и в первую очередь это дает возможность нашим жителям получать то качество услуг, которое они заслуживают. Чем больше предпринимателей, тем больше конкуренции, тем лучше услуги предоставляются нашим жителям. Так держать. Поздравляю вас. Наш город гордится нашими предпринимателями. В завершение Андрей Гаранин вручил 12 успешным предпринимателям грамоты и благодарственные письма.